Конечно. Я считаю, что это то право, которое никак нельзя. То есть совершение любого преступления никак не отнимает у тебя право, так сказать, думать и делать выбор. Это тоже граждане. Они же не лишаются гражданства Российской Федерации. Соответственно, они могут принимать участие в выборном процессе. Но, с другой стороны, я боюсь, что это, опять же, может быть использовано партией власти и режимом диктаторским, который сложился в Российской Федерации, для фальсификации выборов, как сейчас используются воинские части и так далее. Тем не менее, я считаю, что это право незаконно выбрано у людей, у них есть свои политические взгляды, свои убеждения. Они, в конце концов, не все сидят пожизненно, некоторые из них выйдут на свободу, и они, в общем-то, тоже должны принимать участие в том, а кто будет управлять, собственно говоря, страной после того, как они освободятся, например. Почему у них отнимают это право, непонятно.